Теперь для того, чтобы побывать в разных уголках России, не обязательно покупать билет на самолет. Достаточно приехать в парк Сокольники. Там открылась уникальная фотовыставка «Красота в действии». На ней представлены снимки Скольского полуострова, Алтая, Кавказа и Бурятии. Наш корреспондент Стас Новос одним из первых оценил экспозицию. В парке Сокольники открылась фотовыставка под названием «Красота в действии». В год экологии журнал National Geographic Россия решил показать всем удивительные места нашей необъятной страны. Очень удаленные регионы России. Здесь представлены у нас Алтай, Прибайкалье, Кольский полуостров и Северный Кавказ. Ну, они настолько удаленные, что, ну, думаю, это зачем туда ехать. На самом деле, съездить туда стоит, чтобы увидеть красивые места, которых больше в мире нигде нету. На экспозиции представлено более 50 роскошных снимков природы и растительности. Их автором является шеф-фотограф журнала National Geographic Россия Андрей Каменев, который известен во всем мире. Очень понравилась выставка. Никогда не думала, что в нашей стране так много красивых растений. Я просто люблю природу, люблю цветы. И для меня это, как говорится, все прекрасно. Сам люблю снимать и макросъемку такую цветов, и очень-очень красивые цветы, красоты. Надо ехать в центр России, брать камеру и снимать. Очень красивые фотографии, очень хорошо, что там написано название, где они произрастают. И дети могут почитать, не бояться большого количества информации. В то же время действительно интересно. Насладиться выставкой можно в парке Сокольники на Песочной аллее. Продлится она до 2 июля. Вход свободный. Не пропустите. Станислав Новос, Владислав Шумахер. Программа «В теме».